Так, начать запись. Опять так же. А, ты пушка, я скупер, пушка. Так, это, а как там? МП, рестарт раунджа, да? Да, нет, рестарт гейм 1. Ой, рестарт гейм 1. А, понял. Давайте next капчик на бабки сыграем. Я и говорю, что вносик большой сделал. Просто, блядь. Я теперь не смогу в КС зайти без перезапуска сервера. Ну тогда жди, пока эти поцы доиграют. А чё, а как стрим тебе попяли? Заходи на димасовский. Дима тоже стримит? Да. Там же две ссылки на YouTube, одна и... Так у меня его в друзьях нету. А, через YouTube он стримит, да? Да. Ну, я забыл включить звук. А, всё, норм. Боже, блять, свой голос услышал, ёбаный в рот. Аж плохо стало откачивать. Пиздец, нахуй я это сделал. Уважаемые зрители, извините, пожалуйста, что я здесь разговариваю. Пиздец, я только хотел сказать, жалко, типа, что не могу... А, экран на весь YouTube сделать, я забыл. Вы чё молчите тоже, ребят? То, что экран не на весь YouTube стоит. Да у меня ноутбука монитор такой же. Сейчас я пацанам еще скину ссылки на трансляцию. Че, какие ставки? Кто победит из этих двух подсыков? Nice, wow. Кот, блин. Ребят, посмотрите, вот сейчас на стриме не вылезет сверху слева, как мне пишет кот. Окошечко этот. Нет. Ну пока нет, уже все будет. Кто пишет? Да он пишет, давай я залечу, как твой, как тайный игрок, под вопросом, типа бонус. Я коту предлагаю за место меня играть. Доебал. Да ебать, сейчас ник применуем в сетке с меня. Я все равно не сильно хочу, я постримлю просто. Ты как бы это в стрим говоришь, алё? Я в курсе. Ну, блядь, чё, за место меня же будет, как бы. Я выбываю. Как бы выебить всех. Ну и чё? Посмотрите, как он играет зато. Я и подиграл, сегодня смотрел. Но ты не смотрел, как он на авике стреляет? Смотрел на Сикар, звал с Кирюшей играть. Как раз код был. Ебашит, как ебанутый. Ну, он пока что все равно не пишет, так что ладно. Ой. Ну, хотя, если, по сути, если будет... Если останешься, то, скорее всего, выиграет либо ты, либо Сережа. Если появится код, точно выиграет код. А еще же виплей, да? Скоро надо успеть до виплея доиграть. Я сегодня не смогу, ну и плейсерю. Да? Или смогу. А во сколько? В 18:30. Я, наверное, не смогу. Песенку. Кот согласился, за место меня сыграть, пишет только я нуб, говорит. Ну он нуб. Че на кого ставишься, Серега? Так, мне надо свернуть, переименовать его в сетке. Димас, где я? Вот он. Чё ты играть хочешь? Да я постримлю, чё играть-то? Я плюс Авика, не особо люблю стрелять. Ты комп-то собрался? Да. О, как он стримит-то? О, заебись. Я такой, знаешь, в тест захожу, он говорит, я в GTA-шку на максимальных играю. Ну, на 60 FPS. Да полтос. Бля, это вообще нормально. Все программы, которые я ну, скопа разрешена. Так, кто-то в TeamSpeak зашел, очень плохо слышно.
Нет, уже не видно. Ну было видно, как будто, знаешь, когда ну скопом не умеет стрелять, у них там прицел посередине. В смысле, это навряд ли такое есть. CSGO такого вроде нет. Нет, ну. Только если жвачку посереди приклеить. Я вспомнил, как я учился играть с ноускопом, царика и бумажку в монитор в центр, ёп, и хотим стрелять. Так-то рабочая схема. Там чей-то поцик пишет, чтобы в конфу добавить. Нет, друг, это, сорянчик, нас и так тут уже много. Там же больше половины не пишет. Да в этом, в конфе, ой, в ютуб, в ВК. Ну у них так-то нифига 6-6 счет. Я на эту лаву поставил. На кого? На эту лаву. Ну все. Я тогда буду на этого, биатлона. Ну давай на пачку банда. На пачку банда. Какого толстого такого? С капсулкой. 75 рублей, знаешь. Смотри-ка, мой челик уже все. Это, хватит пропагандировать здесь это табачные изделия на стриме. Давай лучше на пиво. На пиво еще не лучше. На рубль, блядь. Смотри, уже 8-6. Дима, тут идет прямая трансляция или задержка? Задержка секунд 10. Задержка секунд 10. Да. Ну, Сережа, как сказал, я сам хер знает. Знаете, Лова, это кто вообще? Да не знаю. Это Саня Котов вроде. Не знаю такого. Блять, дыма как с кальяна. Ну, у него граффити, как у меня этот. Рип. Ой-ой-ой-ой. А музыку тихо ли это? Норм слышно. Сейчас прибавлю. Ее вот очень тихо слышно, вообще почти не слышно. А, ну норм, значит. Залазь в маршрутку! О, он меня... А, я думал, он меня услышал. Маршрутка. Не, пацан свой спрей вообще не бережет. Да я так же, похуй, каждый раунд его ставлю. Катализатор организуем. Там с пациентом комиссия 5%. Мы с Сережей договоримся, там какую-нибудь имку устроим, то есть боси на него больше 90% поставит, он в финале какому-нибудь мужу посрёт, короче. Да, и бабки пополам. Ну, ребят, вы это все на стрим, если что, говорить. Да я же я ж не буду обманывать людей, чё. Да, я тоже тем более. Серёжа вообще добросовестный сам. Семь 15. Бля, чё у тебя на стрим голос еще более уебанский, чем в жизни, Денис? Все, Серёж, ставь 7-16 в пользу Night Love. Я трансляцию-то потушил. 7-16? 7-16. Слышь, Серёж? Night Love выиграл, да, слышу. Ну чё?